сам хотел сказать, ну если ты нихера не понимаешь, блядь, что выебываешься? Бери то, что, блядь, вот пробовал, не пробовал. Ну не надо стесняться этого. Бери, пробуй, запоминай. Следующие пробы, экспериментируй. И выбирай то, что тебе там больше нравится. Ну такой приятный был парень, что он мог рассказать там историю какую-то, вот связанную вот с этим делом, там, или коньяком там. Ты мне расскажи вот такую историю, смотри. Понятно, что какое бы хорошее вино ни было, бывают такие случаи, форс-мажор, когда мы пользуемся. И когда тебе сомелье подает попробовать пока вино, ты его пробуешь, и, допустим, оно не испорчено, но вкус тебе не устраивает, тебе совершенно не нравится. Ну вообще по правилам... Ты можешь вернуть бутылку? По правилам, да, сам ты решаешь. Можешь отказаться. Что не делать с этим вином? Хер его знает, по бокалам продают. А если оно испорчено? Если оно испорчено, они должны 100% должен. Кто принимает решение о том, что оно испорчено? Ты лично принимаешь решение, что оно тебе кажется испорчено. Нет, не знаю. Про меня все понятно. Вот я отдаю вино, говорю, нет, оно испорчено, кисло, неприятно. Сомелье пробует, и вот он подтверждает, что оно испорчено. То есть он говорит, это можно продавать, или это нельзя. Нет, как это происходит? Я вот до таких тонкостей никогда не спускался. Более того, у меня были случаи, когда вино было, ну вот реально такое, и мы отказывались, и без проблем нам меняли. Но как правило, все всегда оно по-другому происходит. Ты берешь вино, как бы, да, ну вот по каким-то параметрам ты определяешь, что ты его хочешь. Ты его пьешь, и оно тебе, например, ну не очень нравится, оно не испорчено, да, но вот ты не получил того, что хотел. Как правило, ты продолжаешь, ты берешь вторую бутылку, но ты уже с ним говоришь, что, знаешь, мне надо вот что-то вот другое, там, чтобы вот такое. И он тебе уже подсказывает. Ты берешь, можешь попасть, можешь не попасть. Иногда попадают. Ты берешь, если не нравится, дальше двигаешься, третью берешь. Мне поэтому понравилось вот это мероприятие с дегустацией вин, что я реально мог попробовать и купить ту бутылку, которая мне нравится. Когда нам, вот моя жена начала, вот мы с друзьями ездили в Италию, там яхту брали, вокруг острова там плавали, и, ну,